Всем, всем привет! Мы приехали в монастырь. Монастырь Святой Русаны. Вот он. Вот. Сейчас мы пойдем подниматься там. Мы приехали в Калабаку, в Метеоры. Наше похождение, да? Куда пойдем, не знаем, куда пойдем. Ну, написано, что этот монастырь вот этот вот работает. Он закрыт в пятницу с 9 опять до 5. Он Ой! И мы сейчас, если туда попадем, в этот монастырь, я не знаю, как туда идти, что туда идти. Вон люди спускаются, и, видимо, ножками там еще подниматься можно. А вон там вон вагончик такой переплавляется. Ага, люди сами, видишь, спускаются, и потом поднимаются по лестницам туда, еще дорога есть. Все. Калокурайо. Положим. Сейчас мою юбку положим. Это самый тяжелый монастырь, короче. Все равно мы должны его преодолеть, раз решили поехать. Я-то, по сути, согласна. Иди с папой, мы потом... Все, мы идем. Варлаам у нас остался там, мы не пошли, потому что Света там была. И мы там были, 6 лет назад с Наташей. И когда Динусу было 6 месяцев. 6 месяцев мы ездили по монастырям. Вот, и сейчас... Да, и сейчас он, вот этот монастырь, который вот этот сейчас показываю, отдыхает в четверг, не работает, а каждый день, все остальные дни с 9 до 7, ой, до 17. И мы идем туда. Модели? Ого! Модели и не валены, я на какие-то фалями. Все, вот так вот. Все, давайте мы спускаемся, поднимаемся. Камера, чтобы у меня не загружалась. Короче, вот такая дорога. И вот такой вот монастырь. Спустились вот так вот, прилично. Вот такие повороты здесь крутые. Вон дорожка идет, вот так вот сделана. И идем, все, продолжаем идти.
Дин, кратеша б ты баба, я ты и не дромуш, и не полипик, индинуш, и не. Я говорю, кто идет в монастырь, дорога сложная и тяжелая. Давай, ё, пьешь пегенцы в монастырь, идешь кулаки, не не кафолуя в кула, не не. Подай с нас и кидому на хоши, не хе. Ох, да, и там у нас еще целая куча лесенок, представляете, в скале лесенки подниматься. Так что вот так вот мы поднимаемся, вначале спускаемся, а потом будем подниматься, а потом снова будем спускаться, а потом снова подниматься. И очень даже тяжело. Написано Колобака. Колобака — это спускаешься вот по горной дорожечке вот сюда. С монастыря как выходишь, вот давайте покажу. С монастыря как спускаешься, да, и вот так по этой дорожке сюда. И прямо, если можете, ножками дойдете в Колобаку. Колобака. Все говорят Колобака. Колобака. Вот такие вот дела. Так что вот так. Ой, какое дерево интересное, что за фрукты такие. На нем. Не знаю, я не знаю. Это цветочек такой, наверное. Мои уже убежали. А вот так вот подниматься сюда. Вот. О, такой камешек упадет на голову, мало не покажется. Ох, 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 ох. Вот. И на Колобака и Хикату. Смотрите, как красиво. Красота. Подниматься туда. Ох, Дин, ты устанешь. Дорожка, я не знаю, туда нет дорожки. Вот, все. Сейчас начнется подъем, я не буду снимать вам его. Дин, протушки калитруш. Ай, горячая! Ручка горячая, ах! Да, Дин, горячая. Все, вот, заходим в монастырь. Делаем ставро, крестик. Крестимся, Константине. Да. Ты же у нас. Прочитаешь молитву, Константине? Что? Прочитаешь молитву? Сига, сига. Сига, сига. Дин, руками и ногами. Ходит. Держись, Динкин. Уф. Вот как движку. Трудно, да, в монастырь ходить, Дин? Да. Да? Пойдешь, пойдешь в монастырь еще? Нет. Нет. Вот так вот. Ой. Ой, солнце такое. В пещерки вылезли. Прям солнце ослепляет. Ой, все, ладно, давайте. Увидимся. Вот. Видите, как забрались. Все запыхавшиеся. Вот так вот. Высоко. Ох, сердце у меня туку-туку-туку-туку-тукардьяму. Пошли. Вон автобус приехал. Туристы идут. Ох. Мы первые. Передыхаем здесь. Не ходи по лесенкам. А здесь вот так вот. Ох. Вот он. Путь туристов в монастыре. Да? Дишкула. Динус говорит, где мое сердце? Пуйны кардьямулей. Константин потерял сердце свое. Где у него оно бьется, да, Дин? Еще одну дверь. Но уже более новую проходим, да, Дин? Да, и она труба. И там труба какую-то, Дин нашел дырку. Молодец, дырку нашел. И снова поднимаемся. Уже почти в самой верхушке. Против нас канатная дорожка, и она вот сюда приземляется. Вот она, комбинка стоит. Вот она. Все, мы дошли. Здесь уже цивильные какие-то лесенки начались, да, Дин? Так, Света даст нам сейчас юбку. Фух, мы сейчас оденем юбки с ней, две одинаковых. И будем заходить в монастырь. Ох, все, пришли. Извиняюсь, что запыхалась. Сами попробуйте, поднимитесь. Фух, и спуститесь, вернее.
cosas. Лукуми! Ой, как он бедно поднялся сюда, дядька этот. Как этот дядька сюда поднялся, старенький. Все, зашли мы в монастырь. Ирты, секунды, нирта. Ох, есть, стали в монастыре ирта мы. На в той до. И не в шикону дворуцыный дом, а же вон и не апатукату. Вот здесь крюк такой. Крюк и сито, вот это вот. Камень, чтобы там это все падало вниз. Это, говорит, старое. Раньше, говорит, это все туда передвигалось. Старое. Да. Охи, это не влепи шины авто, только ты винт кату, что в монастыре. Да. Сюда спускался вот этот крюк, спускался. И вот там оттуда все поднималось. Вон, видите? Там оттуда все поднималось. А сейчас вот сделали вот эту вот дорогу. Старая это все. Памы. Стенка сделана уже новая. И закончится в келье. В келье эти самые монахов. И мы пойдем туда дальше. Памы Костандины. Но здесь уже новое все. Платки новые, уже такое более-менее новенькое, видимо. Вот. Так темно здесь. Здесь что такое? Дверка такая маленькая-маленькая. Даже я туда не влезу. Маленькая часовенька, видимо, что ли. Ага, маленькая часовенька, господи. Господи, господи. И здесь старые-старые рисунки. Рисунки цветочков старые. Видишь, как рисовали? И наверху вон крест. Вот такой вот. Смотрите, нарисованы. Видимо, это чья-то, может быть, была келья. И он себе нарисовал вот эти рисунки, украсив себе стены. Монах какой-нибудь, я не знаю. Не могу сказать, я потому что не, это, в этих делах не читала и не знаю. А, и здесь уже. Здесь, наверное, горела у него лампадка. Ау, что? Я подожди, в дверь я влазю, она даже 1.20 м. А, и здесь тоже святой. Икона святого Агиош. Янис, Янис, этот, который, святой Янис, который крестил нашего Сына Божьего. Вот, а тут закрыта дверь, пошли дальше, там тоже. Да, пойдем. Вот, здесь так. Куда уйти тебе? Вот здесь вот уже икона, это икона Божьей Матери, Панагия. Со своим сыном, в общем. Пойдемте дальше. Пошли дальше. Здесь все. Здесь все. Здесь наш Иисус Христос. Пойдемте наверх. Все, пану Костандина. Здесь не больно сильно много ты насмотришься, потому что в основном это все закрыто. Здесь только свеженько оставили для туристов. Вот здесь они молятся. Здесь у них как идет молебен, видите? И свечки. Ну, здесь закрыто, видимо, келии там. Вот здесь вот так вот икона. Вот. Вот здесь. Ммм, как вкусно пахнет, Дин. Давай, бери свечку. Поставим. Тут свечечки вот такие маленькие, тоненькие. И мы их поставим сейчас. Вот сюда вот так вот зажгем. Давайте. За всех вас, мои дорогие. Чтобы всех у вас было все хорошо. Всем-всем, давай покрестимся, все, для всех, одной. Потом папа положит денежку туда. Вай, валикана на франку, мисс, она пшамакираке. Эль, валикана на... И на ткираке микрутика, лептутика. Авраам. Икона Авраам. Втани, втани, сеулуш, сеулуш, сеулуш. Да, здесь все там. Здесь церковь. Здесь уже церковушка. Церквушечка маленькая такая. Вай, бурум на арту мы дойду. Ты не... А погуревит и фотографируешь. Нельзя фотографировать здесь. Все, давайте. Все ясно. Вышли на церковный двор, да? На монастырский двор, а не на церковный.
Наверное, там где-то. Гранаты. Ну, это пигенты. Вот здесь так. Она балдеет от этого горного воздуха. Не может, не может, не может. Вот. Вот такие вот дела. Светик у нас такая. Пошли они. Ой. Колючки. Это колюченькая. Так вот. Все. Вот вдали виден Авраам. Там еще выше другой монастырь, кажется. И вот там еще один монастырь. Там на скале, на такой одинокой, длинной, высокой, тоже монастырик маленький. Там еще монастырь. Раз, два, три, четыре, пять вижу. Пять монастырей вижу отсюда. Дорога. Вот так вот. Костами. Сам идем с Динусом, где прибежал ко мне. Христу. Зачем здесь дырочку такую сделали? Не знаю. Чего она нужна? Не знаю, я тоже. Смотри. Смотри, колобака внизу. Я держу Динуса. Здесь крест. Стоим вот этот креста такого. Он, наверное, светится ночью, потому что он за стенкой здесь. Ответил он свет. И вот такая вот здесь колобака. Мы не здесь пришли, мы вот там, в той стороне пришли. Затем думал, затем вот за этой горой не видно. Дин, стой спокойно. А ты-то мне тут... Подожди, вернемся. Сейчас вернемся, вернемся, все. Папа будет ругаться, конечно, будет ругаться. Давай. Пошли. Баба! Баба, мы здесь. Все, давайте, стой, стой, не беги. Будем. Больше никуда никого не пускают. Так что для туристов только маленькая-маленькая прогулочка. Все остальное, все закрыто для мирских глаз. Потому что монахи отдыхают, монахи готовят, монахи делают свои дела. Не для нас. У них своя жизнь, и нарушать мы ее не будем. Где позволено, там посмотрели. Где нет, там нет. Все, увидимся в следующем монастырском видео. Туля кафедрики. А здесь этот самый вагончик переправляет на другую сторону. Он только переправляет для нужд этого самого. Вот сейчас сказал монах. Для нужд этого самого. В монастыре. На киале гатула. И такой штандин гатула. Όχι, είναι κλειστά πόρτα, δεν μπορείς να πας εκεί. Έλα εδώ, έλα εδώ. Σβαρτσιάω, δε. Οστάω. Και εμείς сели под вот такой дуб. Видите, какие дубовые листочки. В Греции тоже есть дубы. На самом деле, вот он. Такой вот дуб. Почему не оставили тут спать? Высоко. Ну да. Как день дойдет, не знаю.